Всем привет! Сегодня опять вот решил попробовать на новом угле растопить котел. Это казахстанский уголь марки D. Ну вот такое горение, горит отлично. Там внутри под вермикулитовыми проставками там просто зарево идет. Уголь отличный, конечно, не сравнить с нашим ДГ газовым, линопламенным. Сгорает весь в мусор, в пыль. Не дымит.